Здравствуйте, дорогие подписчики канала 13. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев дал интервью главному редактору авторитетного российского журнала «Национальная оборона», известному военному эксперту Игорю Коротченко, который отстаивал интересы Азербайджана во время 44-дневной войны. В интервью президент Азербайджана заявил, что Армения первая напала на Азербайджан и тем самым начала 44-дневную войну. Да, день начался с этого сообщения. Мне сообщил министр обороны о том, что наши позиции на линии соприкосновения и некоторые населенные пункты подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Армении. Было принято решение дать адекватный ответ, и таким образом мы вступили войну, которая, как оказалось, была неизбежной. События развивались очень стремительно. По истечении первого дня военных действий мы освободили стратегически важные высоты в Кельбеджарском районе, в горах Муровдага, в направлении Агдаря, а также 6 сел, 4 в Физулинском и 2 в Джабраильском районе. Нам удалось в первый же день прорвать первую линию обороны противника, и после этого все 44 дня мы шли только вперед.